Я чувствовала, и я уверена была в том, что где-то кто-то ходит. Свечи начали так шипеть и взрываться, и там такое происходило, что я поняла, нет, я не хочу. Я вижу по его лицу, что он тоже это видит. В натуре? Да. Я увидела сущность, и я ее прочувствовала. Утром иду в душ, я поворачиваюсь, и у меня на спине вот так проведено от ногтей. У меня начали раскрываться способности, серьезно. Я постоянно чувствовала и видела даже в коридорах вот эти вот непонятные тени, как дура вот так постоянно оглядывалась. Такого в жизни никогда не случится. Просто такое не может быть. Может, тебе получится чуть-чуть почистить, но я не думала, что это будет настолько, и что это ляжет на мне вот тут вот травмы. Прям вот решила сейчас внутри, что я поделюсь этим у себя в видео прямо сейчас. Ну что, дорогие мои, всем огромный привет! Меня зовут Карина Аракелян, я очень рада видеть вас на своем канале, и сегодня я не одна, у меня в гостях дева-львица, императрица, Вика и Кристина. Я пригласила их на этот подкаст не просто так, потому что сегодня мы будем общаться о магии, духовности и эзотерике. Всем привет, меня зовут Вика, мой никнейм Baby Terrier, я спортивный блогер, лайф, модель, занимаюсь съемками, и я очень рада, что Карина позвала меня на этот подкаст. Я думаю, сегодня будет очень, так знаете, необычно. Устрашающе. Всем привет, меня зовут Кристина Вогдайри, я пишу музыку, играю очень разные жанры и делаю много интересных вещей. Сегодня в целом это все вскроется на подкасте, буду рада поговорить об этом. Также я девчонкам делала, помню, разбор, я прекрасно понимаю, что Вика, она живет по дьяволу, именно поэтому я ее пригласила, то есть такая как бы энергия, прям вот все, что касается искушения, да, поговорим сегодня и вообще в принципе об искусстве татуировок и наших с тобой. Кристина у нас это императрица, то есть все, что касается тоже и стиля, и особенного проявления, я думаю, вы и так это прекрасно видите. Не забывайте ставить лайки, естественно, подписываться на мой канал, ссылочки на девчонок в описании, а мы можем начинать, ответим сегодня просто на все и ваши вопросы, которые вы задавали в моем телеграм-канале, и на все темы тоже пообщаемся вообще с огромным удовольствием. Ну что ж, девочки, магия в моей жизни вообще, хочу сказать, что поменяла все. Это, в принципе, да, и как бы инициация, которую я прошла после того, как изучила Таро, это и, в принципе, да, какие-то моменты, которые я обучала, но не практиковала, но знаю, как это все работает, и действительно меня немножечко настораживает, так и светлая магия, и, естественно, у меня к вам вопрос, и, уверена, аудитории тоже интересно, практиковали ли вы магию, или, может быть, сталкивались ли вы с чем-то таким магическим, или, может быть, делали на кого-то что-то. Вик, признавайся, давай. Магическое. Ты первая. Я прям магией не увлекалась, но раньше делала расклады Таро, причем я их вообще не умела делать, я просто купила себе колоду карт, и тогда я уехала, я это купила, прочитала там какую-то инструкцию и уехала на шоу сниматься, в топ-модель. У нас забрали телефоны, я взяла эти Таро, думаю, ну, что там делать? Пару месяцев снимается шоу, я еще была до конца, и как бы делать нечего. Я думаю, ну, девочки, давайте, буду вам делать расклады. Ничего не знаю, никакой информации нет, просто раскидываю карты, говорю все, что приходит в голову, какую-то хрень сочиняю. И самое интересное, что мне потом писали девочки, и у всех все сбывалось. Проигрывался. Да, вплоть до того, что там просто раскидываю девочки, я не знаю ничего о ее жизни. Говорю, о, есть какой-то парень, но он едет за границу, появится новый, там будут дети и так далее. Все так происходит, сейчас у нее ребенок, я такая. А у тебя? У меня все началось очень интересно. Я начала увлекаться Таро, просто смотреть какие-то расклады на Ютубе, и мне подарили мою первую колоду. А кто подарил? Девочка, которая в этой теме уже давно. Она очень хорошо знает все это, и она мне подарила то-то. То есть моя первая колода была то-то, и это очень мощная колода вообще, и когда я рассказываю людям, что это моя первая колода, они немножко удивляются, как я это выдержала, ну, то есть она такая прям... Да, это сильная колода. Дьявольская такая, ну, то есть она мрачная. Но мне она не показалась мрачной, знаешь, для меня мрачные колоды — это... ну, вот я не работаю с дьяволом, то есть как раз-таки вот те колоды, где изображен дьявол, мрачные всякие изображения, это немножечко для меня, ну, тяжело. А вот то-то, там больше символизм, вот что-то на этом уровне мне очень нравится, такая мистика. Короче, я получила эту колоду, начала ее изучать, изучила каждый аркан и начала собирать колоды. Сейчас у меня более 35, где-то даже, наверное, 40 колод. А клиентов ты принимаешь, получается? Слушай, у меня
такая тема. Любой каприз за ваши деньги. Хотите, я сделаю. У меня много подруг, когда ругаются с бойфрендами, с женихами, они обращаются ко мне. Вот как только происходят проблемы, сразу: «Кристин, пожалуйста, сделай расклад». Мне несложно, я делаю. Но, наверное, моя практика больше на других происходит предметах. Я немножко еще другими вещами занимаюсь. Mm-hmm. Я люблю магию свечей, я люблю манифесты, но это немножко другая тоже стезя. И мне очень нравится общаться с маятниками. Маятники для меня — это просто вау. То есть задавать вопросы, да? Да, получается? Короче, первый раз, когда мне делали маятник, и мне это делала ведьма, mm-hmm. и я, ну, подумала, ну, наверное, она там сама что-то магичит, да-да-да, крутит, не верила. Потом, года три назад, первый раз я решила пообщаться с маятником, и у меня был такой восторг, у меня аж это мурашки были, потому mm-hmm. что, когда ты первый раз задаешь вопрос маятнику, и, ну, как бы я призывала не духа, я, ну, как я просто вселенную спрашивала. Ты а ты можешь... спрашивала над доской специально, или все-таки сама? Я сама ее, то есть есть разные вариации, как это все читать можно. Я выбрала простой, я сама все нарисовала, таблицу там, и начала спрашивать по кругу, в общем, да, там цифры, буквы. И когда первый раз оно активировалось, у меня был шок, я испугалась. Ну, естественно, я открыла сеанс, закрыла сеанс, все сделала грамотно. Я не призываю духов, потому что я думаю, что с духами общаться сложновато, потому что я себя не называю ведьмой, не называю магом, то есть мне как-то не хочется взаимодействовать именно с духами, поэтому я своим способом общаюсь через вселенную, у меня знаком, то есть там своя система, и такая она светлая. Интересно, а как ты начинаешь вот этот вот призыв? Мне кажется, просто я не работаю с маятником. Нет? Я знаю, мне показывал там и духовный практик про это, и рассказывал вообще, но мне кажется, что подключение так к маятнику, это уже есть, что тебе кто-то отвечает. Ну, кто-то, просто кто-то смотри. Такой мистический все равно. Есть разные картины мира, в моей картине мира этот кто-то — это вселенная, и я спрашиваю на вселенную, я открываю у нее канал и спрашиваю, можно ли я задам вопросы, то есть я общаюсь интересно с вселенной. Круто. Вот. Хотя я могла любого призывать, но просто я как будто боюсь, и когда я это делала с ведьмой, когда мне было лет 17, мне эта ведьма спрашивала все, и она призывала духа другой ведьмы, mm-hmm. то есть дух ведьмы, которой уже не стало. И свечи начали так шипеть и взрываться, и там такое происходило, что я поняла, нет, я не хочу. Mm-hmm. Вот, ну, сам шок от того, что маятник двигается, ходит и дает тебе точные ответы, да, на вопросы, да, я понимаю. Это просто вау. Угу, его же я теперь хочу попробовать. Давай, этот маятник, потому что я вообще даже первый раз слышу про этот маятник. Я расскажу тебе потом. Там все очень просто. Делаешь круг, рисуешь круг от руки. Вот ты тоже сказала, и я тоже подумала, блин, а у меня после недавно... подкаста мы рисуем круг. А вы, ребят, чтобы вы понимали, недавно у меня разбился маятник, а у меня он был из розового кварца, и у меня он единственный, я его не использовала, поняла? То есть просто лежал. И вот недавно, перед как раз нашей съемкой, он просто разбивается. Ну, просто разбирается, ну, такое поняла, бывает. Падает. Смотри, тебе, значит, придет интересно, новая энергия. Да. Потому что, когда разбивается особенно камень такой, приходит что-то новое. Вот. Да, особенно розовый кварц, это магия любви. Что-то придет очень приятное, другое. Да. А я расскажу про свою историю, вообще вот эту вот магическую, да, как я столкнулась с мистикой. Вообще, я скажу про то, что меня всегда тянуло в мистику, меня всегда тянуло вот в эти вот, знаете, мистические истории там по ТВ-3, про гадалку смотреть, которая там что-то рассказывает. Я пересматривала это на репите, потом, естественно, начала снимать страшные истории, и как раз перед даже съемкой страшных историй я в детстве, когда еще не выходила на YouTube, начала снимать, точнее не снимать, а вызывать духов, и иногда это снимать на свой первый сенсорный телефон. А вот, к сожалению, этот телефон у меня потом разбился, и потом еще попал под воду, материала у меня никакого нету, но один раз у меня произошла история, да, как раз-таки, после которой мне стало интересно, а до этого мне вообще тетя начала показывать фильмы всякие страшные, мистические. Мы вызывали матершинного гномика. Короче, о, кто прям это только не делал? В подъезде. Мои. Вот, и, короче, мы закрыли вот эту лестничную клетку между проемами, двумя дверями, быстренько. И после этого долго очень не вызывался лифт, мы слышали в лестничном проеме какие-то странные звуки, только в обличии мужика, да, как будто мужик на несколько этажей ниже орал матом, но это был мужчина, да, то есть, а нам же непонятно, это матершинный гномик пришел или какой-то просто пьяный дед матерится внизу, вот, а после этого уже, да, как бы мне стало это еще интереснее, но я же не знала последствий, всяких писателей вызывала, вот эту вот всю историю просто пробовала, но когда я поняла про последствия и вообще, в принципе,
да, начала потихонечку от этого уходить, потому что мне стало страшно. Я начала снимать страшные истории на YouTube, да, и, в принципе, магия в моей жизни начала существовать так, что через время, когда меня один раз один случай напугал, я перестала этим заниматься, да, я рассказывала вообще очень много страшных историй на канале, я уверена, и мои подписчики тоже видели большую часть всяких историй, вот, но в один из дней просто моя наставница, у которой я как раз-таки начала обучаться Таро, там, во время отношений, когда был такой не очень приятный период, выучила все карты, и, естественно, мне стало интересно вообще, как работает магия, да, потому что через Таро можно и подключаться к магии и так далее. Я поняла, как работает черная магии, ее ни разу не практиковав, и слава богу. То есть для меня черная магия это и есть там, да, привороты, вызовы духов, окей, я практиковала, это есть черная магия, то есть ты уже призываешь кого-то, но ты не делаешь что-то на кого-то. Это может быть и, в принципе, чтобы ты человеку там пожелал, не знаю, какого-то проклятия, что ты, в принципе, хочешь ему что-то сделать там через куклу Вуду и прочее, прочее. То есть магия кукол Вуд, да, что такое человек под бесами, человек там под сущностями, человек, в принципе, под низкими вибрациями, да, какими-то к нему подключаются, почему его вечно тянет, там, не знаю, на какие-то запрещенные вещества, да, и почему это происходит. Все это я изучила и поняла, что это не про меня, мне интересно заниматься больше светлыми какими-то вибрациями, да, то есть это может быть и чистки, это и защиты, это и, в принципе, там, не знаю, женские круги, помощь людям через самопознание и через Таро. И когда я это поняла и приняла, я перестала вообще, в принципе, испытывать себя как-то дискомфортно, да, то есть люди, которые в этом не шарят, не ставят на себя защиты и прочее, прочее, и находятся в черной магии, у них непроизвольно происходит подключение к низким вибрациям. Это как? Это их тянет на наркоту, это их тянет на всякое дерьмо, это они постоянно хотят какого-то грязи, секса, там, не знаю, все, что относится по дьяволу в минусе. Понимаешь, а когда в плюсе, и ты, в принципе, да, не то, что тебя он подпитывает ресурсом, да, каким-то своим, то есть качествами, которые в плюсе, а наоборот, ты, ну, совершенно по-другому начинаешь это все ощущать, и я поняла, что все, чисточки защиты, все, что касаемо светлого, это про меня. Ну и, в принципе, кстати, после этого, ребят, хочу вам сказать, что я прошла инициацию, то есть когда я поняла, да, что я выбираю именно светлую магию, я начала понимать, что вот уже заканчивается плюс-минус мое обучение по Таро, оно длилось, их было несколько, а последнее вот это вот и самое важное, оно около там 2 лет шло, да, то есть каждую карту мы проходили по 4 часа, неделю ее проживали, и я прям ощущала вот эту вот энергию карты на протяжении целой недели, и потом уже проходила инициация, но это больше как таинство, да, то есть в это просвещать не буду, но сам факт, что только после того, как я поняла именно какой путь я выбираю, только после этого меня как бы в это все впустили, да, потому что темное это не про меня. А давайте теперь поговорим, мне очень интересно, про в целом символики, да, очень многие меня подписчики спрашивают про то, что у меня на теле написано, да, то есть верим ли мы в какие-то знаки, которые написаны, в руны, кстати, которые сегодня у меня на руках, на ногтях я решила сделать, да, то есть верите ли вы в руны. Я считаю, и вообще в принципе, что это все реально может проигрываться, потому что, например, у меня есть 3 карты Таро на руке, да, ребят, не знаю, видите, нет, но я уверена, что видите, если чуть-чуть присмотреться, что у меня вот здесь старший аркан смерти, это у нас про трансформацию, здесь у нас старший аркан сила, и здесь у нас старший аркан солнца, но когда я набила эти татуировки, ну, то есть так же, да, без задней мысли, потом я начала понимать, что я по сей день их проживаю. Но я проживаю именно эти 3 аркана как? Тогда я начала проходить свою жесткую трансформацию. То есть я из веса там под 70 килограмм тоже по низким вибрациям жила, и мне тогда вообще говорили, что либо ты там скатишься, да, будешь чуть ли не под забором валяться и так далее, да, то есть упадешь вообще в минус, либо ты чуть ли не там до деторождения себя поменяешь, создашь какой-то проект и полностью себя как-то поменяешь, то есть пройдешь жесткую трансформацию, это я прожила. И солнце — это замеченность, да, это вот больше про яркость, это больше там про то, что тебя замечает публика и так далее. И только после этого у меня стало еще больше насмотренности, да, там какой-то, по-новому я начала себя проявлять, новые люди начали ко мне притягиваться и так далее. А у тебя были какие-то такие моменты? Ну, я не ношу татуировки. Это понятно,
без тату. У меня, можно сказать, магия безликости, потому что я все время перевоплощаюсь, и когда я перевоплощаюсь, она у меня кардинальное перевоплощение. То есть, поэтому татуировки для меня, ну, это такой сложный формат. Мне морально сложно нанести на себя татуировку, потому что я не могу осознать, что это навечно. То есть, да, вот эта фаза вечности меня очень пугает, несмотря на то, что их можно сводить. Очень интересно. Вот. Но, наверное, я могу сказать то, что символизм действительно играет роль, и я использовала руны в качестве небольших помощников. Я не скажу, что я прям супер спец по рунам, я больше спец по другим вещам, mm-hmm. но я с ними в хороших отношениях, то есть у меня получалось просто на руках делать. Да, это рунический став. Да. Да. С оговором, наверное, да, каким-то? Да, угу. Вот, также магия свечей плюс магия рун очень хорошо работает, когда на свечу ты наносишь правильный код, который тебе необходим, правильным образом нужно понимать, что руну не просто нужно написать, но еще и грамотно это сделать, то есть каждое движение пальцев тоже важно. Да, при... то есть как ты ее рисуешь, там, да. от палочки или к палочке. Да, к этой, да, 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 то да. Есть это тоже играет большую роль, поэтому все вот это вот мне очень нравится. Я сейчас в последнее время, кстати, насчет вот знаков, карт, с картами очень интересно так разговариваю. Если я раньше принимала каждый аркан как данное, то есть я понимала, что это в целом неизбежная ситуация, mm-hmm. то сейчас я понимаю, видя расклад, что это я могу здесь быстро поменять. Конечно. То есть я, ну, как бы, а раньше это было как данное. То есть здесь там, не знаю, двойка мечей, значит, там мир, да, положим, mm-hmm. Я не знаю, тройка мечей, тогда там ссора, да, жесткая. Я понимала, что вот все, тройка мечей, все. Mm-hmm. Это heartbreak. Значит, цвет клином сошелся, и точно так и будет, да? Да, сейчас вообще я не обращаю на это внимания, и я вижу расклад, вижу башенку, да ладно. Все равно, неважно, mm-hmm. что это башенка, пройдем этот скандал, ничего страшного, помиримся и будем. Но башенка, она бывает и охеренно трактуется. Это как недавно моя наставница, я вот, мальчик, который мне нравится, я спросила пару вопросов, ну, на его реакцию о том, вообще, что он подумал о том, что я ему сказала, что он мне симпатичен. А, я такое сказала. Дело все-таки сказала. Я понимаю. А у нее падает башня, да, то есть она говорит, ебать, он там прихуй. Она сказала, то есть он прям резко удивился, да, то есть для него это было как неожиданно, поняла? То есть башня это не говорит о чем-то негативном, да. Это говорит о том, что это было для него слишком вау и неожиданно, да, то есть башня, она может говорить еще о чем-то таком внезапном, о чем-то таком сильно вот таком ошарашивающем человека, и потом следующие карты, естественно, все-таки во благо меня порадовали. Ну, конечно, когда ты смотришь перекрывающие карты, то есть за башней, если идет там, не знаю, влюбленные, что такое, это, да. это шикарно. Но у меня, как правило, башни это реально какой-то глобальный скандал, или что-то идет вообще не так, или бы закрывается какой-то проект. Ну, в общем, я знаю, как готовиться к башням уже. Я просто морально к этому готова. Да, но у меня редко выпадает. В следующий раз, если у меня выпадет башня, я просто скажу: о, знаешь, я просто буду в ахуе. Да. Так учила Карина. Ну, блин, это реально так. Просто я иногда считываю, кстати, карты. Я вижу, вот, блин, не знаю, у меня начали раскрываться способности, серьезно, вплоть до вещих снов, вплоть до каких-то предвидений и моментов, а что вот я... Сны, это да. Да, что я что-то говорю, вот тут точно, вот ты, я уверена, прям на 100% можешь какие-то сны видеть. У меня лично как? Я вижу каких-то людей за 2 дня до того, как я их встречаю резко, такое легко у меня может быть, или ситуации какие-то, но в обличии других людей, и такие ситуации происходят, но другой человек является вообще в реальной жизни, вот, или в последнее время я начала обращать внимание, что я общаюсь с людьми, да, и бессознательно, когда он со мной как-то контактирует, я начинаю видеть что-то, что у них в жизни происходит, само лезет, пока я не научилась это контролировать. Вот как ты сегодня сказала про визажистку. Ребят, приходит ко мне сегодня визажистка, да, делает мне легкий макияж, я никуда не успевала, хотела сегодня тоже сделать такие стразики, что-нибудь красивенькое, вот, и в итоге прилетаю на съемку, а до этого, когда она меня красила, я просто чувствую, что вот мне приходит почему-то мама, не понимаю, почему мама, и что-то у меня сразу портится, как-то непонятно настроение, то есть я как будто начинаю проживать на себе касаемо того, что вот испытывал человек внутри во время какой-то ситуации, и я чувствую, что мама у нее болела.
у меня даже голос сел, и я чувствую, что что-то не то. Я спрашиваю, говорю, а что у тебя с мамой случилось? Вот знаешь, прям как она говорит, в смысле, все нормально. И потом такая, раз, два, три, секунда проходит, как-то пара-тройка, она такая, охренеть! И говорит, так она же у меня вот болела недавно с температурой под 40, лежала, да, переживала. И это называется как бы предвидение. Но я это проживаю еще благодаря не только, да, тому, что у меня родители родились в один день, и у меня как бы от них прям обе энергии тоже с такой высокой интуицией. У меня у мамы предназначение, это и есть Верховная жрица, то есть это как бы интуиция, способности, эзотерика, тайные знания, но моя мама не стала это проявлять по предназначению, то есть работать с людьми, да, например, как ты свою вот эту вот бешеную, да, какую-то сильную энергию хочешь направлять, тоже работая с людьми через спорт, да, допустим, как и я планирую это делать, совмещая какие-то энергии, моя мама не стала работать с людьми, она, ну, не стала как-то помогать в чем-то, заниматься отчасти духовностью, хотя ее это интересовало, да, она просто ушла больше в императрицу, да, как бы в создание семьи, но она чувствует нас, всю нашу семью, все, что говорит моя мама, все всегда сбывается. Вот ни разу не было такого, чтобы она в чем-то ошиблась. Это, естественно, передается по роду. Когда человек не принимает свое предназначение, это передается другому человеку. Естественно, я еще и первая дочка, да, то есть я начинаю понимать, что то, что чувствует мама иногда, сразу же считываю я, и мы с мамой очень, прям особенно сильнее чувствуем друг друга, нежели чем вообще с другими родственниками. Вообще в целом, да, то, что касаемо способностей, я понимаю, что то, что хотела когда-то развивать моя мама, она тоже там могла как-то, да, иногда интересоваться, что-то мистическое смотреть, это за нее сделала я, и я являюсь ее тенью. Она хотела татуировки когда-то, но у нее нет ни одной татуировки, и я как бы тоже подсвечиваю в этом, что я ее тень. Точно так же, да, она хотела какие-то моменты сделать там касаемо, может, каких-то тусовочек, может, каких-то более ярко выраженных проявлений в жизнь, и также я их проживаю, то есть все еще относится и к роду, и вот к этому всему. Мне кажется, вот, Вик, у тебя тоже с вещами, с нами, со всей этой историей. Просто у меня немножко, вообще, я блок себе поставила, я не хочу Почему? Видеть... Почему? Во-первых, я не хочу видеть умерших. У меня у мамы постоянно, она очень держит связь с нашими родителями. Mm-hmm. Вот, то есть, умершими. Да, они ей приходят, uh-huh. говорят, просят что-то сделать одно, другое, очень часто. И она, типа, ну, как сказать, она этим, ну, то ли мучается, то ли радуется, что она их видит. Я не понимаю, у нее разные состояния, она еще и близнецы. Mm-hmm. В общем, я этого не хочу, я по-другому просто воспринимаю все эти истории, mm-hmm. мне проще в голове просто подумать об этом, и поэтому у меня автоматический блок, что я не хочу видеть этого, я не хочу общаться лишний раз, если только ну это да, не какая-то путь свой. Да, экстренная ситуация. Ну, один раз у меня было очень интересное общение с духом одним, он пришел ко мне перед тем, как я заболела ковидом, я не знаю, это очень странное совпадение, я увидела сущность, и я ее прочувствовала, она была, как и называется, я не знаю название, но это точно что-то плохое было, то есть она пришла ко мне, и она была очень жуткая, mm-hmm. я ее выпроводила, то есть она еще пришла ко мне в квартиру, то есть мне снилось, что она у меня в квартире. Да я даже её... не снилось, ты можешь в реальной жизни. Я ее проводила, mm-hmm. я ей сказала, ты можешь пройти, при том, что хорошо, что он такой находится. При том, что я не понимаю, почему она во сне ко мне пришла, зачем, через сутки я заболела ковидом, то есть я как будто не знаю, но я ее проводила, мне сказали, что хорошо, что я ее проводила, потому что она могла ко мне прилипнуть, она была очень страшная, вот, и это все, то есть остальные вещи через меня не проходят, вот, поэтому интересно, Вик, тебя послушать, какие у тебя вещи и вообще ситуации такие происходят. Ну, вот у меня бывают какие-то вещи, сны, то есть причем они у меня, мне вообще не снятся сны, то есть обычные сны, когда там какие-то мечты или какие-то фантазии, mm-hmm. у меня таких не существует, то есть мне постоянно снятся какие-то картинки, которые потом прям один в один транслируются в жизни, mm-hmm. но проблема в том, что я просыпаюсь, я помню сон буквально пару секунд, да. и если я в моменте его не запишу, то есть у меня бывает такое, что я сплю, и я понимаю, что ну, какой-то вещь, сон происходит, я прям просыпаюсь, записываю его, потом засыпаю обратно. Я когда просыпаюсь, открываю заметки, думаю, а что за херня написана в заметках? Такая, я даже не помню, что я писала, и не помню от чего. То есть, и вот я, наверное, запоминала буквально снов 5, вот за всю свою жизнь, и они все сбывались один в один. У меня была ситуация, я встречалась с одним мальчиком, а у меня там еще был такой недобывший. И мне снится ситуация, которая никогда в жизни, ну, не могла произойти. То есть они из разных компаний, из разных миров. И мне снится сон, как мы на какой-то квартире, походу, приехали с автопати или с какой-то вечеринки, сидим вот так вот, я, мой парень и мой бывший. И я просто это вижу во сне, думаю, такого в жизни никогда не случится. Mm-hmm. Просто такое не может быть. А мы сидим что-то весело, общаемся втроем. Я просыпаюсь, думаю, какой бред. Проходит пару дней, может, 2 или 3 дня.
я в моменте, мы что-то тусуемся, пьем, и что-то я включаюсь резко и понимаю, что сижу я, мой парень и мой бывший, я такая... Интересно. Да ну нахуй. И все, и то есть какие-то такие случаи тоже были каждый раз, мне что-то снится, запоминаю, думаю, такого быть не может. То есть, а часто ты записываешь? Редко записывал, буквально пару раз, тоже. Потому что это прям вот, я даже могу проснуться такая, беру телефон, хочу что-то написать, и я резко забываю все. То есть я не могу запомнить. То есть, и потом я пытаюсь связать какие-то моменты, которые видел, я их вообще не понимаю. И вот мне все время снятся какие-то такие ситуации с людьми. Или мне снится возвращение какого-то бывшего. Тоже, когда я говорю, что такого быть не может. То есть я с человеком вообще никогда контактировать не буду. У нас все черные списки, чуть ли не разные города, случаются встречи. И такое вот периодически бывало. А касаемо сущностей, вот у меня тоже такой был момент, наверное, лет 5 назад. Я тогда вот с парнем тоже была, и мы засыпаем. Я просыпаюсь от того, что я чувствую, что я ощущаю, что, ну, что что-то ходит по кровати. Это паралич, что ли, у тебя был? Или? Да, как паралич. То есть у меня один раз он был тоже. Вот, я думала сначала, что это паралич. Ну, то есть я чувствую, как по кровати что-то вот так взялось и ползет. А я еще в полусне думаю, ну, собака или кошка. Думаю, так, у нас нет животных. Нифига. И я такая, так, а больше никого в квартире нет. Я, а я как бы, ну, это был даже не паралич, я поворачиваю голову, лежит, типа, парень. Я, так, если могу повернуть голову, это я смотрю на угол кровати, я вижу там черную сущность, у нее такие, как уши какие-то, лапы, то есть то такое... То есть ты прям отчетливо видишь? Я, или да. Так-то полумутно? Ну, такая она полумутная, ага. То есть такая, как полутень. Ага. Я в темнотой, получается, это уже было лето, и все равно солнце такое, которое, ну, как бы, летом, в принципе, как да, бы, да, темно да. Пару часов, полусвет все равно такой. Полусвет есть. Ага. Я вот так толкаю парня. Он понимает, ну, ему что такое? Я говорю, посмотри в угол, он смотрит, и я вижу по его лицу, что он тоже это видит. В натуре? Я думаю, да ну нахуй. Я просто такая, мы испугались под одеяло, знаешь, как в детстве. Лежит, я думаю, все, я в домике, я это не хочу видеть. И мы чувствуем, как оно ползет, ну, то есть по кровати. Ты серьезно сейчас? Я резко вот так вздрагиваю, скидываем одеяло, смотрим, ничего не думаю. Может, нам привиделось? Общий сон. Мы не понимаем, у меня даже сейчас вот шерсть дыбом стала. Мы такие смотрим, ничего нет, и я просто как, вот так поворачиваю один, вот этот шкаф у нас стоял, на шкаф, и понимаю, что это на шкафу, смотрю на парня, а у него голова тоже уставлена в шкаф. И мы просто друг на друга опять под это одеяло и сидим, смотрим. То есть как голова вставлена в шкаф? Нет, в смысле, что парень голову тоже на шкаф, мы в одну сторону смотрим, видим в одном... И он на шкафу? Да, и эта херня сидит на шкафу. Мы опять под одеяло сидим, а мы нам страшно, у меня уже истерика, я рыдаю, короче, меня трясет. Мы сидим. Открываем одеяло, смотрим, ничего больше нет. Но, то есть, мы одновременно видели эту сущность и на кровати, и на шкафу, и, наверное, это было такой самый прям жесткий момент, потому что тогда я реально вообще не поняла, как это возможно. То есть, ладно, когда ты один видишь, ты можешь подумать, приснилось, привиделось, да, но да, когда да. Два человека видят одно и то же, ну, это прям было а жестко. А это не легло травмой для тебя какой-то после этого, там, например, ты себя хорошо чувствовала там, в Слушай, этом помещении? Да вроде бы нормально, и как-то у меня потом повторился случай, когда я видела то же самое, и был прикол в том, что это прошло что-то год, я уже на другой квартире жила, просто ложилась спать, и я тогда снимала вообще кое-какое место в Москве, я только переехала, там буквально пару месяцев жила, и мы нашли, короче, какое-то там сообщество, которое пересдает квартиры, и там, получается, комната под мальчиков, комната под девочек, и все, типа, молодежные подбирают по возрасту, всем было комфортно. Это был что-то Новый год, все на Новый год уезжают к родителям, куда-нибудь еще, и я остаюсь, короче, одна в квартире, я и мальчик в средней комнате. И что-то мы ложимся спать, я понимаю, что он в своей комнате закрылся, я в своей закрылась, я ложусь спать, я люблю спать на животе, ну, мне удобно, лицо в подушку. Я ложусь, засыпаю и чувствую, как на меня сверху что-то давит. А, тогда, получается, либо светало, либо гром. Короче, я подушку на голову себе положила. Ну, чтобы не слышать ни звук, ни свет, но шторы были прозрачные. И я чувствую, как кто-то на эту подушку сверху вот так сел. Я думаю, по-любому, ну, Никита, типа, угорает. Я начинаю пытаться... настолько тяжесть, да? Да, а я понимаю, что сонный паралич, то есть я не могу встать. И мне казалось, что у меня просто кто-то сильно давит. Потом такая поняла, что, возможно, был сонный паралич, и я просто чувствую, как... Я что-то пошевельнулась, у меня подушка скатилась, а я встать не могу. И я чувствую, как у меня просто по спине вот так проходит кто-то лапой. Животных нет, я одна. Ну, то есть, как бы Никита вряд ли меня поцарапает. Бля, мне кажется, это проявление... А ты тогда была же не в ресурсе? Я была в минусе. Да, вот ты проживала минус, и наверняка к тебе приходил тот, кто является твоим дезресурсным. Блядь, это же и есть оно. Понимаешь, мне так кажется. Ну, то есть, это и есть вот эта вот дьявольская сущь.
Я так их называла. Да, ну и выглядит, то есть я примерно дьявол, то есть как бы я не представляю его вот так, условно. Да, это конечно. Это просто какая-то вот странная тень, получеловек, я их с котами ассоциирую. То есть у них, да. Потому что вот когда я видела его на четвереньках, ползущего по кровати, я в принципе, и когда он меня еще царапал, то есть и у меня, он меня царапает. И самый прикол в том, что все, я потом что-то вроде бы как-то уснула, просыпаюсь, утром иду в душ, я поворачиваюсь, и у меня на спине вот так Охренеть. Проведено от ногтей. Наверняка, у меня тогда, были ногти, Охренеть. Но... Даже, ну, там, все мы наращиваем ногти, угу. Они тупые. Ну, то есть, ими нельзя поцарапать. Ну, сама есть... себя бы ты не стала, чего Да, бред. То есть, как бы, ну, как-то вот так, и там прям ровно посередине спины, вот так. Я думаю, что за хрень? Я подхожу к Никите, говорю, Никит, у меня что-то есть на спине? Он такой, да, типа, ты где? Ну, типа, он такой, типа, да. Ну, он поугарал, типа, что, веселая ночка была? Ну, в плане, знаешь, ну, да, типа, да, когда да, сексом да. занимается, царапают да, спины да, да. и так далее. Я просто такая думаю... Но я такая, я поняла, что это я видела, то есть я кому-нибудь тоже там рассказывала, он говорит, да где-нибудь, может, она ударилась, что-нибудь еще привиделась, mm-hmm. сама себя. Я пыталась несколько раз вот так обхватить свою спину и как-то себя расцарапать, но у меня не получилось. Mm-hmm. И вот у меня был еще после этого тоже я была в минусе, а я думала всегда, что это сны, но потом я изучила, что есть суккубы. Mm-hmm. То есть это демон, который приходит и насилует тебя во сне. Может быть легко. И mm-hmm. у меня это было как во сне, то есть мне просто сказали, что мне снится какая-нибудь порнуха. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, бывает, да, там, не mm-hmm. знаю, что-нибудь такое, там, долго нет секса, тебе снится, как ты с кем-нибудь трахаешься. Да. А потом... Кристина такая... Эти обе уже всегда все поняли, блядь, друг про друга, Так. Вот, и мне всегда казалось, что... У меня, например, был период час, то есть месяца три, периодически, там, раз в неделю мне снится такой якобы сон, это происходит, а я понимаю, что мне никогда не снятся сны. Да. То есть мне снятся либо какие-то вещи, но я их не помню, а чтобы я отчетливо просыпалась и помнила сон, такого не было. И, наверное, потом это само как-то прошло, не помню, в какой период, тоже было в минусе, но как-то, короче, оно закончилось. И потом я смотрела... То есть тебя каждый раз трахали, я ничего не поняла. Блин, жестко. Нет, просто снится секс, то есть приходит какой-то человек, типа... Это тень черная, то есть, типа, ты просто как бы во сне, как будто кто-то приходит, mm-hmm. тебя насилуют, и ты как бы видишь, что во сне, и думаешь, ну, какой-то кошмар приснился, херня какая-нибудь, то есть, и так далее. То есть, ты еще и против была? Да, то есть, а ты не понимаешь, ты как в параличе. Ну, да. Mm-hmm. То есть, у тебя странное состояние, скованное, я думаю, какая-то херня уже мерещится. Ну, то есть, физически это из-за того, что во сне происходит в таком, ну, как бы, мне кажется, если это происходит в реальной жизни, все равно это где-то как в астрале происходит. Да. То есть, ну, в реале, что не можешь кто-то прийти и выебать во сне, по факту. То есть, это где-то в другом мире происходит, но ты это все равно ощущаешь. И потом уже спустя несколько лет, не помню, либо я какое-то шоу смотрела, либо какой-то рилс, либо интервью, и там раскрывалась тема, а-ля, что, типа, если вы во сне ощущаете вот это, вот это, вот это, к вам приходит, типа, суккуб. Mm-hmm. И он происходит тогда, когда, условно, вы не в ресурсе, вы в минусе, yeah. вы в низких вибрациях. И я начала просто в интернете читать статьи, что это такое, как это выглядит. Я просто вижу, во-первых, я тогда начала гуглить вот эту вот штуку с сонным параличом, которая выглядит как полукот, полудемон. Я вот так открываю картинки, я понимаю, что я вижу ту же самую хрень, которую видела я. То есть это реально нарисовано yeah. людьми, которые это видели. Yeah. И оно одинаковом обличии. Mm-hmm. Вот я теперь тоже, да, расскажу. Это вообще был капец. По моему мнению, да, то, что и, ребят, касается сущностей, это действительно так, но когда вы слишком в дезресурсном каком-то, да, состоянии, вы себя там не цените, опускаетесь на низкие вибрации, это может быть и там наркотики, это может быть и, в принципе, да, депрессия какая-то слишком затяжная, это и страхи, которыми вы себя подпитываете, и ужасы, и вызовы духов, и так далее, потому что у нас есть, получается, как бы не то, что вот этот астральный мир, да, у нас есть... как бы тонкий план. Тонкий план — это то, что является там неушедшими какими-то, да, родственниками, да, которые где-то здесь, даже в этой комнате могут находиться. Это могут быть как и, в принципе, какие-то сущности, которые там, ну вот, в принципе, являются какими-то вот этими низкими, отвратительными, мерзкими энергиями. И люди, у которых есть высокая интуиция, они могут это считывать. Но считывают они это только тогда, либо когда они в минусе, либо когда у них слишком высокая интуиция в плюсе, и они ее прокачивают. Вот я вам скажу, ребят, да, то, что когда у меня была и тоже ситуация в минусе, когда я там и была вообще полностью в страхах, в дезресурсном состоянии, это и алкоголь, это и отвратительные какие-то непонятные друзья, да, к которым я тоже подключалась, которые вообще не пойми, чем занимались, тогда у меня были сильные страхи, я вообще не могла спать даже одна. Вот, то есть я чувствовала бессознательно, я считывала, и я уверена была в том, что где-то кто-то ходит. И это была не просто какая-то шиза детская. В детстве это понятно, хотя в детстве мы, может быть, даже и больше можем чувствовать. И видеть. Да, и видеть. Но вот... В детстве даже страха нет. Да. Типа, ты как-то такой, ну...
Да, но вот в более осознанном возрасте я начала понимать, что, оказывается, это и есть оно, да, то есть это тени, легко бегущие там, да, особенно в каких-то местах, в которых уже много раз кто бывал, те же самые отели, например, да, то есть я когда с бывшим была в отношениях, мы очень часто, мы жили в отеле, пока не съехали и жили вместе, да, там на протяжении года, я постоянно чувствовала и видела даже в коридорах вот эти вот непонятные тени, как дура вот так постоянно оглядывалась, потому что я их чувствую, да, как бы, и они любят очень подключаться к тем, у кого есть чем подпитаться. Те, которые реагируют на это спокойно, могут их нахуй легко послать, да, и поржать над этим. Ты, Кристина, так уходи. Да, 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 уходи, до свидания. Я его просто до двери проводила и закрыла за ним дверь. Правильно, справедливо. Смотрели мультик этот «Унесённые призраками», помните? Там такая... Ты не смотрела? Нет. Ну такой, ладно. Вырежьте ну это. Скажи, нет, расскажи. Нет, это очень, ну, на самом деле, очень крутой мультик, культовый мультик Миядзаки, вот, и там есть момент, сущность там такая, безлики она называется, и она питается страхами. Я еще в детстве смотрела, ну, потом много раз пересматривала, и эта сущность, она питалась... какими-то пороками, я вот точно не помню, но, в общем, она всех жрала. Ага, и да, у да. нее очень было мерзкое такое, не знаю, она выглядела очень мерзко, и когда я в детстве смотрела, мне вообще казалось, что она очень страшная, я ее боялась. И вот во сне это было X10, то есть я прочувствовала вот этот страх, этот ужас X10, она была отвратительная. Очень стрёмно. Да, и вот такими вот энергиями очень легко они подпитываются. То есть это их в натуре берет прям очень хорошо. Особенно если человек боится, особенно если он слабый энергетически и реально вот сидит там, не знаю, бухает в депрессии, сидит там, курит целыми днями и думает, ой, я вот тут вот несчастлив. И все, что относится, ребят, к низким вибрациям, это и есть как раз-таки вот эти сущи, бесовские какие-то моменты. Ну и, собственно, могу, я думаю, что на этом подкасте рассказать одну из самых жестких историй в своей жизни. Не по всем вопросам, тогда мы пройдемся, но я прям вот решила сейчас внутри, что я поделюсь этим у себя в видео прямо сейчас. Вот я чувствую это, блядь, что нужно об этом сказать. Короче, в общем, я изгоняла демона, беса, по-настоящему, из человека. И это был мой самый депрессивный этап, когда я сидела дома, когда я перестала в себя верить. Не буду говорить, когда это было, да, просто скажу, что я уже осознала всю вот эту вот суть. И я же говорила, что бессознательно начинаю людей разбирать. В принципе, да, как бы что, у кого, как, и вот общаемся мы с этим мужчиной. Я когда разобрала его, да, я понимаю, что у них три брата в семье, и у всех троих нет денег. То есть они все нищеёбы, прям вообще, то есть ноль, понимаете, типа ноль. Бабки появляются, и у них ноль, я поэтому так это называю. То есть это вот прям... На микрозаймах живут, да? Да, то есть прям вот так, именно так, хотя они вроде работают, вроде как-то у них, да, все более-менее. Он мне рассказывает, что у них отец, короче, делал ритуал на перекрестке, и это знает вся семья, да, то есть черный обряд для получения темных знаний, и он, то есть, обращался прямо к дьяволу, да, то есть за получением того, что не знают и не видят другие. А дьявол, он же как берет? Он берет непонятно чем, да, то есть он как бы может, что захочет, то он и заберет. У них проклятие по роду легло, что... ты видела его? Я? Да, мы с ним снимали, даже этот ролик не вышел. Помнишь его? Когда мы с тобой были? Да. Угу. Вот он. Пиздец, я вот, то, это эксклюзив вообще лютый, я думала, я ему кому-то лично на интервью расскажу. И как-то мы с ним сидим, разговариваем, да, что-то забиваем кальян, и я начинаю обращать внимание с каждым днем, да, в принципе, с каждым временем, с каждым часом, что настроение постоянно меняется, постоянно ржет или доводит как-то меня, да, то есть вот прям вот какая-то вот в нем есть херня, меняется выражение лица, что-то в нем есть, непонятно что, и я чувствую, что это не только сущ, что это реально бесовской тип. Собака на него реагирует моя так, что начинает резко лаять по-бешеному просто. Я начала читать заговор. И в этот момент, да, то есть когда там Пало Санто, да, вот это вот окуривание, черная свеча, я зажигаю, я думаю, блин, я просто попробую, да, то есть понять, да, может тебе получится чуть-чуть почистить. Но я не думала, что это будет настолько, и что это ляжет на мне вот тут вот травмой, настолько, что я буду просто в шоке, и я думала даже об этом снять отдельную страшную историю. В подробностях будет страшная история. Так вот, начинает себя он неадекватно вести, неадекватно настолько, только что это, вот знаешь, из серии хрипение бешеное, такое вот, как будто бы из него что-то лезет, и что невозможно настолько громко и вот так вот шипеть, что ты уже давно бы голос сорвал. Он начинает на четвереньках заползать в угол, когда я читаю, а я не могу же, я книгу читаю, мне страшно, я боюсь оторваться, я боюсь взять телефон, я боюсь что-то это сделать. И он начинает на меня вот так вот смотреть, потом он сползает, короче, с дивана, пробивает мне вот мою вот эту вот ящик, который у меня открыт, ребят, в сторис я вам покажу этот ящик.
ящик, если вам будет интересно, напишите в директ, я покажу, у меня сломано, блядь, вот стекло в шкафу. Я его веду до туалета в душ, я говорю, иди, а у него ноги, да, вот так тремором трясутся, просто уже скорючились все. Я говорю, принимай в душ, душ. Вы сейчас охереете. Он, блядь, я не верю, что это рассказываю у себя в видео, но он начинает в туалете пердеть. Прям в натуре пердеть и смотреть на меня бесовским взглядом. Мне и тогда пиздец, да, мне тогда было вообще не смешно. Он в натуре пол квартиры обёрнуло. Блядь, я чистила потом квартиру, слава богу, я переехала уже в свою новую квартиру, все, слава богу, она чистая, но сам факт, как бы, да, после этого я же позвала еще себе врача домой, потому что мне было плохо, да, в этот момент, я уже думала ему скорую вызвать, и в этот момент внизу звонят в звонок, естественно, но перед этим он еще, я его ложила на кровать, да, то есть приди в себя, еще раз читала заговор, и он лежит и делает вид, что он отрубился, я понимаю, я думаю, он отключился, ему плохо стало или что, я начинаю его вот так вот пощечину, алло, алло, проснись, очнись, вот так вот, и он как ебанет мне вот так вот по лицу, прикинь, я отлетаю, он мне в натуре на меня подняли руку, прикинь, типа, мне кажется, он не в адеквате был, это не был он, он сам добрый, он сам такой, и он единственный в семье родился рыжий. Да, я его видела, то есть ты рассказываешь, я помню, что он был такой веселый. Да. Это было до или после? Да, это было после. И знаешь, как бы, то есть, это была, вот, знаешь, такая история, когда я прям чувствовала, что с ним в натуре что-то не то, я хотела помочь, но мне дали ясно понять, что тут проклятие, ты не какой-то, да, там, ведущий, имеется в виду экстрасенс, который может там реально правильной практикой это убрать. Я прям столкнулась по-настоящему с дьяволом, по моему мнению, потому что у них все семьи в такие. И знаете, как он в себя пришел? Спасли те люди, которые позвонили в звонок, это были врачи просто. Я в этот момент просто матом закричала, что все, тебе настала самая настоящая задница, да, как бы только трехэтажным матом я его покрыла, и я говорю, все, тебе пизда. И только после этого он пришел в себя, только после звонка в дверь, то есть он как бы напугался тому, что кто-то еще придет или что, я не знаю, но он пришел в себя, он не мог еще час в себя прийти, да, как бы имеется в виду отойти от этого состояния, да, и он ничего не помнил. Вообще. То есть он смотрит на меня, Кариночка, что с тобой? А я плачу. После этого у нас общение прекратилось, мы больше вообще никак не коммуницируем. После этого я поняла, что я вообще больше никак не буду в депрессии общаться с парнями, особенно у которых нету бабок. Да, то есть я особенно, которые не знают себе там, ну, цену, все, что касается вот этого минусового состояния. Ну да, всё. Нет денег у мужика, это не ему меркантильно, ты да. Знаешь... В смысле, у мужика нет денег, то есть он не работает, вот. Не развивается, не думает. Ну, то есть, это просто про состояние человека, что он где-то вот здесь. Да, да, да. Нет денег, как минимум, начни работать. Да, ну, да. То есть, это что просто говорит можешь... о человеке очень много, когда ты у человека делать, нет что угодно. Денег. После этого я даже то помещение, в котором тогда находилась, я его 1000 раз почистила, я и себя почистила, и все. Я поняла, что мы притягиваем просто не то, что себе подобных, да, а к нам могут подключиться, когда мы слабые. Вот и все. Я думаю, что тут вопрос касаемо темы сущности, ребят, можно закрыть. Я могу потом, да, как-то рассказать поподробнее, но то, что я видела, то, что происходило, и то, что вот, ну, то, что реально это работает, это, знаете, из серии, как мы насмотрелись в интернете, там, каких-то изгнаний или фильмов ужасов. Ну, или в экстрасенсов. Да, и в это не верили. А потом мы сами с этим столкнулись, и вот это уже, я считаю, реальный пипец. Но я считаю, что все, что показывают в фильмах, вот этих вот сериалах, документальных или экстрасенсах, ну, или даже вот много снимают фильмов про инопланетян, mm-hmm. там, или магов, ведьм. Блять, ну это нельзя придумать. Mm-hmm. То есть это кто-то когда-то видел, когда-то чувствовал, и просто это все приносит какой-то шутки, ну там в особенных фильмах, да, показывают, что вот, типа, выдуманный мир, ведьмы и так далее. Yeah. А я считаю, что все это реально есть, потому что любые фильмы нам уже говорят о том, что такое может да, быть. Да, 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 что такое априори происходило, или люди с этим сталкивались, потому что над созданием какого-то фильма же, ну, думают, как бы, да, придумывают, возможно, где-то и сочиняют, но это все основано на реальных событиях, я так думаю. Вот и все. Давайте обсудим тему дара, да, то есть я считаю, что я, как человек, да, который, в принципе, уходил в магии, да, там, в какие-то, особенно вот с этой ситуацией, я поняла и выбрала светлый путь, да, и я уже была уверена в светлом пути, но
каждый человек, имеющий опыт в чем-либо или дар какой-то, он же должен наверняка наверстать свой опыт и столкнуться с каким-то уже реально, ну, моментом или моментами, которые он может вспомнить. Вот моя ситуация, она тоже, да, как бы подчеркнула мне мои знания о магии, подчеркнула мне, что это реально существует, вот этот темный мир, но я иду в светлый. И если у вас что-то, что касаемо, может быть, там, да, ты говоришь, способности, да, касаемо вещих снов каких-то, вот то, что ты видела, вот этого вот дьявола или сонного паралича, но, может быть, у вас присутствовали какие-то реально способности, имеется в виду, что-то чувствовать. Я просто хорошо читаю. На самом деле я пытаюсь не углубляться слишком, ну, глубоко. Я пытаюсь не идти слишком глубоко, потому что я знаю, что такое иметь реальные способности. У меня есть знакомые, есть близкая подруга мамы, которая участвовала в битве экстрасенсов. Вот, у нее очень мощный дар. Она действительно видит, после нее я вообще никогда не буду отрицать, что можно настолько видеть. Она может идти как раз тем с отелями. Она идет по отелю и говорит: вот там стоит солдат. Да. Она говорит: я не знаю, откуда он, какого года, но вот он сейчас сидит, точнее, на чемодане каком-то. Вот он там сидит. Да, вот такое было. И она, знаешь, она как будто в каком-то все время астрале. Да. И бывает, знаете, смешно, мы сидим, там чай пьем, болтаем. И она резко раз, и что-то скажет, вообще не в попад. Ни к чаю, ни хера, да? Вообще не в попад. И я иногда пугаюсь, потому что, знаете, ее фраза начинается так: ты, конечно, извини меня, но не факт, что это плохая новость. Она все время так общается, она все время в начале разговора говорит: ты, конечно, извини меня. У нее это вот грамотная такая фраза, которую она все время использует. И она все время, как в астрале, это говорит. Вот. Я бы не хотел. Мне нравится наблюдать за этим. Я люблю поражаться и удивляться вот этой вот. Вот этому таланту, но эти люди, они как будто живут в другом мире, и я хочу жить вот в этой жизни, в этом мире, поэтому я максимально, ну, хорошо читаю, есть интуиция, но вот прям желание не хочу развивать, видеть там духов и все такое, мне просто интересно, и я реально классно читаю, вот карты у меня прям идут, особенно если карты мне подходят, то есть не всем же подходят карты, нужно подобрать свою колоду. Да, та колода, которая тебе подходит, их может быть несколько, она тебе даст всю информацию, у тебя изображение в голове появится автоматически, если ты просто расслаблен, читаешь их. Кстати, я не знаю, есть спорное мнение, кто-то считает, что в алкогольном опьянении можно читать, кто-то считает, что нет. Конечно, можно. Вот, ну, у нас вот разные версии, я, например, стараюсь не делать этого, потому что со мной начинает играть вот дьявол как раз-таки, и он начинает прикалываться надо мной. Вот, да, но это низкие вибрации уже, потому что под алкоголем к тебе самой может кто-то подключиться. Да, ну я стараюсь, вот. Нет, я просто говорю, что было пару раз. Но лучше нежелательно, конечно. Я один раз карты в клуб взяла на мутабор. И там, короче, у меня выстроилась очередь. И я просто по приколу решила разложить паре человек. Это было лет 5 назад, не знаю, до ковида, по-моему, это было. Это было забавно. Я гадала людям, которых я даже не знаю. Было весело, но мне что только не предлагали за расклад. Я говорю: ребята, я бесплатно разложу, успокойтесь, не надо. Вот, ну, прикольно, особенно когда ты не знаешь человека, я люблю этот эффект, и ты делаешь ему расклад, и он просто в таком шоке всегда, потому что ты его не знаешь, даже можешь не знать, как его зовут, ну, грубо говоря, и ты такие вещи говоришь, что там, не знаю, ты 2 года замужем, у тебя уже 3 месяца не было секса с мужем, и вы вообще на грани расставания, и у тебя нет никакой подсказки к этому, никакой психологии, потому что есть люди, которые пытаются, знаете, разгадать, да нет, да вы там догадались, вы прочитали в интернете, вот это все есть, но это не так, ты просто берешь и тебе это приходит. Ну вот, кстати, ты сказала про энергообмен, точнее, я хочу сказать про энергообмен, ты сказала, помнишь, что не нужно деньги, не нужно там отдавать? Ну, это зависит, просто когда я хотела, да, конечно, да, деньги да. нужны, конечно, да, просто есть... это... Знаешь, я сделала это по приколу. Да, даже. Вот у меня, знаете как, ребят, я если делаю кому-то расклад, даже родственнику, не напомнив про энергообмен, а я, ну, могу сказать, без разницы сколько, сколько чувствуешь, люди зачастую чувствуют столько, сколько я и должна получить в плане, да, по энергообмену. Но если человек не платит или долго не хочет там переводить денежку за работу, а такие ситуации происходили,
происходит у меня утрата энергии, сил, я сразу же без сил, мне не хочется там либо в зал, у меня сразу опять какие-то низкие вибрации, мне чего-то делать не хочется, я себя чувствую хреново, у меня какая-то там, не знаю, температура может подняться на время, или я чувствую, что я слишком много человеку отдала, и он сейчас более наполненный, потому что ты же ему как бы отдаешь свои знания, свои советы, ты являешься как бы проводником через тот источник, который тебе доносит информацию, карты же, они тоже говорят. Вот, знаешь, я люблю таких клиентов, были у меня такие ребята, ноунеймы, просто анонимно мне скидывали большие суммы просто как благодарность, да. И говорили, можешь через полгода, если я вернусь, мне просто сделать расклад, я тебе наперед кидаю. Да-да-да. Я была в шоке. Тоже было один раз было. У меня тоже было два раза, это очень приятно. Один и тот же человек, аноним, я знаю только его имя, и я ничего не знаю про него. Вот это дар вселенной, я так считаю. Вот это вот всегда так, то, что ты вот просишь, чего ты заслуживаешь, ты всегда получаешь. Ну вот касаемо дара, ну вот те же самые Таро, возможно, если я в это буду углубляться, я как-то это прочувствую. Это раскрыть, да, можно ли? Да, потому что когда я это делала наобум, просто по приколу говорила, что я там чувствую, вижу, и оно потом, когда уже сбылось, но это прошло время, то есть кто-то мне через полгода написал, кто-то через год, я это сама увидела, я понимаю, что, о, это проигралось. Но это уже было на таких, без эмоций. Сначала, например, когда ты делаешь расклад, и тебе сразу говорят, да, вот так есть, наверное, думаешь, ебать, я король, да? А когда это потом уже доходит до тебя, ты уже как-то не обращаешь на это внимания особо. Да. Я вот не стала этим разбираться, плюс жизнь, которая присутствовала у меня, условно, магия, да, ну, условно, там, вот, сущности, непонятные сны и видения, это было только тогда, когда я была в минусе. То есть сейчас ко мне ничего не приходит, я ничего не вижу. У тебя есть дар магнетизма, то есть я не знаю, правильно ли я сказала, да, ты это... людей примагничиваешь. Я когда была в Мутаборе, мы с тобой где познакомились? В Мутаборе, в клубе. Я не могла от нее оторваться, я на нее смотрю, думаю, блин, я хочу с ней познакомиться. Она меня привлекла очень сильно, я говорю, давай знакомиться, я хочу с тобой дружить, снимать и так далее, вот. И я сама подошла, я редко подхожу, мне прям нужно очень зацепить, вот, ты меня зацепила. Все как раз-таки зависит от аркана, от своего. Да? То есть я тебе говорила, что ты тоже примагничиваешь людей, но за счет тоже своей энергии, своих проявлений, одеяний, да, в интернете привлекаешь людей, проекты, собираешь все воедино. А у меня ресурс — это аркан умеренность. Я примагничиваю людей только тогда, когда я поддерживаю во всем баланс. Баланс между темной и светлой энергией, баланс между женской и мужской энергией. Многие, ну, аудитория, даже, ребят, вы удивляетесь постоянно, да, то есть ты бываешь одна, бываешь другая, бываешь там, да, в татуировках, бываешь слишком женственная в платьишке, да, бываешь там, например, вообще там в оверсайзе какая-то полугрубая с распущенными там волосами и так далее. Короче, в общем, мне нужно поддерживать всегда по жизни баланс, просто идти как бы по течению плавно, да, как бы проявлять в мир себя по другим арканам. И это у нас, да, как бы обучение, это у нас также императрица проявления, да, то есть одеяния, проекты, что-то с этим связанное, но соблюдать баланс. Вот это мое самое главное. Главное, в особенности то, что у меня родители в один день родились 7-7, а я 14 числа, то есть и 14 аркан как раз, это имеет значение, то есть мне всегда везде подсвечивают, Карина, соблюдай баланс, то есть вот эту вот как бы энергию, да, плавную, меня бывает то в одну сторону может понести, то в другую сторону, и это вот не нужно, нужно всегда уметь с собой быть в диалоге. Главное, что ты знаешь код к своему успеху. Вот все. И все. Это самое важное. Давайте тогда поговорим вообще наверняка после наших вот этих разговоров, кто-то захочет там сделать что-то магическое, ребят. И как вы вообще считаете, да? Стоит ли делать привороты и вообще какие-то магические ритуалы, не имея в этом опыта? Давайте это обсудим. Могу начать? Я знаю, что можно по чуть-чуть проявляться, чему-то учиться, то есть на самом деле я тоже самоучка, много чего читала, много чем пользовалась, привороты, отвороты, не знаю, все вот это. Для кого-то я бы не осмелилась такое делать, я делала несколько раз магию свечей, она очень классно прорабатывалась, один раз она была настолько мощная, что вся копоть покрыла мою квартиру, это было связано с чисткой между мной и одним человеком, я сделала чистку, чтобы у нас канал был чист, да, и да, все было ничего хорошо. Ничего не связывало особо вот, негатива. Никакого негатива не было, и настолько это сработало, то есть свечи очень со мной классно так разговаривают, что эта свеча просто так сильно горела, что просто все вот так покрылось копотью, у меня просто, я была вся в шоке, потом окошки потом, наверное, сразу, оп, открываем. Да, да, ну там мне окошки не помогли, мне пришлось покупать средства, которые, знаешь, после пожаров. А, прям квартиры, настолько. Да, да, у меня было черное все, плита там, все, то есть... Ебать, это что у вас там в отношениях было? Ну, я почистила нас.
Вот, и, соответственно, многие люди думают, что, сделав приворот, они кого-то получат. Наверное, любая ведьма или любой человек, который в этом разбирается, скажет, что да, вы это получите, но это не будет правильно. То есть вам суждено быть с кем-то. И, возможно, если вы сделаете вот этот приворот, тот человек вас просто в нужное время не увидит. Вы потеряете то, что вам должно быть предсказано, да? Тот, кто должен быть с вами, кому суждено быть. Поэтому я против приворотов. Я считаю, что можно делать чистки, можно делать, разжигать пламя, разжигать энергию, но не привязывайте к себе человека. Mm-hmm. Один раз я делала приворот. Mm-hmm. Это было очень давно. Сейчас просто некоторые могут подумать. Нет, это не для вас. Mm-hmm. Это было очень давно, я делала приворот, но я потом, как это объяснить, отменила его. То да, есть, да, да, да. Отмену сделала. Чистку, да. Как Галя у нас отмена. Галя у нас отмена. Да, делала, но это было интересно, это не сработало бы, там просто полярности были разные, в общем, очень сложно объяснить, я не буду вдаваться в подробности, я отменила это все и больше с этим не играла, вот, так что советую просто потихонечку, во-первых, нужно советоваться с профессионалами, если вы, ваша энергия не готова к магии, то вы вообще лучше не начинаете, то есть нужно все делать очень аккуратно, и, естественно, не делать плохие вещи, потому что сделаете плохую вещь, вам придется заплатить, грубо говоря, даже вы можете убить кого-то, но вам придется заплатить смертью чьей-то тоже. Так что будьте аккуратны. Особенно, кстати, если вы работаете с черными ведьмами, очень люди любят заказывать негатив у черных ведьм. Да. Черные ведьмы сами по себе очень негативны. Нужно с ними общаться и взаимодействовать очень аккуратно. Вокруг них очень много энергии, которая может вам прийти. То есть тут вообще нужно 100 раз подумать, прежде чем что-то такое делать. Поэтому это очень обширная тема, мне кажется, на отдельный целый подкаст. Да, 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 согласна. Скажу, да, вкратце, что будьте аккуратны. И я понимаю, что когда ты в кого-то влюблен, чаще всего это про любовь. Да, у хочется. Тебя сносит бошку так, что тебе вообще все равно. Ну, лучше подумать. Да, ребята, я вам тоже честно скажу, что и ко мне в директ по-прежнему по сей день обращаются там с просьбами сделать приворот, делаю ли я там какие-то присушки и прочее, 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 там тысяча, много разных других ответвлений, названий и так далее. Я скажу вам честно то, что да, и моя подруга практиковала, и я лично на ее как бы примере увидела, как прилетают обратки, я прекрасно знаю, изучила всю эту историю, что как бы вы ни пытались кого-то, да, насильно через магию удержать, это будет нечестно, неправильно, неправильное деторождение, это будет, знаешь, как-то вот все не по-настоящему, и вы свою судьбу сразу же вот в другую сторону отводите и опускаетесь на низкие вибрации. Либо что-то с ним будет происходить, например, он начнет пить. Да. Да, то есть вот да. И потом вы захотите сделать этот ворот, а все уже. Да, 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 и уже будет херово. Да, обоим. Так что вся эта тема с магией должна быть очень аккуратно, в общем, с ней. Да, то есть во всем есть своя обратка, и если ты будешь жить просто правильно, по своему ресурсу, миссии, предназначению, в директ заказываем, ребята, пожалуйста, вот, только тогда вы понимаете, как правильно идти, встречайте нужных людей. А когда вы двигаетесь против этого, против течения, черной магии, там вот эти вот все, что к этому относится, это все сразу у вас идет. Карин, есть еще один момент, который вытекает из этого. Вот помимо того, что лучше не заниматься самодеятельностью, нужно очень аккуратно подбирать проводника, ведьму, конечно, с которой ты работаешь, потому что в Инстаграме очень много шарлатанов, да. Они все умеют делать, открывать вот каналы, вообще. Делать расклады, возвращать бывшего, я не знаю, там, мужа ушедшего из семьи к другой. Да. Да, да. Есть миллион таких ведьм, но единицы, которые реально это делают, единицы, которые реально разбираются. Вот, кстати, Карина одна из ведьм, которая действительно в теме, потому что я классно разбираюсь в этом. Не скажу, что я практикую 24/7, но вокруг меня много ведьм, я знаю действительно классных экстрасенсов, магов и так далее. И вот, Карина, ты одна из них. Благодарю. Вот, и давайте немножко раскроем тему вот этих инста-гадалок. Слушайте, у меня они даже редко попадаются, но уже я редко сама... раньше был тренд, да, знаешь, раньше, да, прям был тренд, особенно когда был бум таро, да, в ТикТоке, да, пару лет назад, да, там, да, что-то, да, такое. Как только вышли вот эти вот модные таро, когда это уже стало типа модно обращаться к таро, то есть это не было чем-то, да, я в это не верю, в это начали верить поголовно все. Почти все, да. Все, даже кто не верил, просто по приколу решили обратиться, и тогда очень много стало инфо-цыган в плане тарологов, которые говорили просто максимально поверхностно, то есть типа, ой, вижу у тебя вот это, с парнем будет вот так-то, так-то, и многие в это верили,
И многих даже могло это сбываться, потому что ты сам себя программируешь. Ну, программирование, у тебя да. это потом происходит. Ты такой, о, она попала. Но по факту, как бы, ну, таких прям было очень много. У меня подружка тоже попадалась, но она делала по-умному. То есть у нее какая-то ситуация, ей прям нужно срочно решить вопрос. Она, у нее было 3 таролога. Если мнение 3 у нее подтверждалось, она верила в это. Да. У меня была если расходилась, тема. Она понимала, что, ну, бывает, бывает, что, не знаю, там нет, в принципе, даже если мы берем реальный таролог, который практикует, не в том ресурсе, был до этого какой-то плохой клиент с плохой энергетикой, там, не выспалась, ну, что-то еще, бывает такое, даже у самого сильного практика пойдут сбои. Ошибки бывают 100%. Да, и, наверное, даже для тех, кто кому-то обращается, вы не должны понимать, что это на 100% верная информация, касаемо таро, магов, там еще экстрасенсов каких-то. То есть всегда лучше либо перепроверьте, либо 100 раз подумайте, а потом уже в это вникаете, верьте и думайте, что оно так случится, потому что многие себя сами в это погружают, да, и думают, мне так сказали, вот только так у меня будет все. Ну просто меня иногда поражает, как таролог может взять карту. Я очень хорошо понимаю, иногда бывают такие метафоры, ты играешь с кучей значений карт, но когда она открывает одну карту, я тебе это уже говорила, а у нее абсолютно другое значение, не знаю, у нее 3 мечей, она говорит, что он там, не знаю, влюблен в тебя, а он вообще тебя изменяет в этот момент. Подумай, пожалуйста. Я согласна, вот я даже сегодня на это наткнулась, я просто листаю рилсы в Инстаграме, и я вижу, как мужик с такой, знаешь, интересной интонацией рассказывает его чувства, мысли, действия. Я думаю, так, сосредоточусь ли я вот на человеке единственный раз, вот я долгое время это не делала, я вижу карты, которые у него выходят, я прекрасно вижу трактовку, но я понимаю, что он делает это абсолютно иначе. Я скажу так, у всех есть свой мастер, вы всегда натыкаетесь на свои какие-то определенные уроки. Возможно, вы через время поймете, что какой-то мастер не ваш, что вам вообще не нужно, например, к ним обращаться. Но я скажу честно, что лучше обращаться к проверенным людям, которые вам импонируют. Не те, которые пару раз во что-то попали, а те, которые вам реально вот вызывают вот этот отклик в душе, что вы чувствуете, что да, действительно, я хочу послушать этого человека. Да, вам откликается, вы берете еще какие-то от него работы. И вот так вот постепенненько, да, то есть прислушиваясь в первую очередь к себе. А если вы делаете все в попыхах, находясь на низких вибрациях, верите непонятно кому, или вы наткнулись просто, да, ну вот на каких-то, которые там, я делаю все там, да, там отливки, херивки, там все подряд, там за 500 рублей пиши мне в Инстаграм, там номер WhatsApp, это все, это сразу как бы вы чувствуете, что лучше не нужно на это как бы натыкаться. Или эти онлайн-расклады на Ютубе вот. Для всех знаков зодиака. За это скажу вначале. Анжела Перл, девочки. Анжела рулит на самом деле, она просто поднимает мне настроение, мне вообще не важно. Да, у меня всегда все хорошо, даже самые херовые карты попадают, вот такая... Ой, не в настроении просто будете. Как она? Иглостояние или что-то? Нет, да. Иглостояние. Ну, про нее много, на самом деле, и позитива, и негатива. Я не знаю, я люблю, потому что она поднимает настроение. Да, иногда она позитивная, нам нужно она несет это. Свет. То есть вот, у нее да. такого, что будет расклад мрачный. Она может сказать, что, ну, вот тут будет, наверное, там, не знаю... упадете да. с лесенки. Я вам скажу, есть один канал, который мне очень нравится из этих онлайн-гаданий, который реально очень крутой, и туда не попасть. Это нейроведьма. Я не знаю, не сталкивались с ней? Короче, я была... Мне очень нравился один человек, это было 5 лет назад, и мне было тяжело. Мне нужно было все время задавать вопросы. Мне было очень... Мне не хотелось задавать лишних вопросов моим мастерам, потому что мне казалось, что это уже просто крыша едет. И, в общем, я начала смотреть нейроведьму. Там фишка... 3 колоды, да, то есть 3 карты и 3 камня. Ты по камню или по расположению карты просто выбираешь, что тебе ближе, задаешь вопрос. И она дает ответ конкретно на твою ситуацию. На 3 ситуации разделено вот само видео. Там час оно идет, 20 минут, 20 минут, 20 минут. Ты мотаешь на свой камень. Ни разу не было, чтобы я не совпала. То есть я год смотрела нейроведьму, и все ее ответы были точными. То есть и она описывала там мужчину, она идеально описывала все качества, всю токсичность там, все моменты. Я от нее в шоке, к ней невозможно попасть, не знаю, вот сейчас. Вот поэтому и есть. Вот я считаю, что как раз-таки она, например, она и есть проводник. Ей помогают специально, потому что ей дано доносить до большого количества людей какую-то информацию, потому что она многим импонирует. Поэтому, ребята, если вам кто-то импонирует, пожалуйста, обращайтесь. Если вы чувствуете хотя бы чуть-чуть, что это какая-то наебка, просто говорите до свидания. Ну и завершим мы наш подкаст самым важным. Это в принципе, наши советы, да, то есть и, в принципе, многие спрашивают, с чего начать, как вы думаете, да, как больше проявлять себя в плане магии или в том, в чем мы выделяемся, да, там, энергетически, в чем у нас есть способности, да, как подчеркнуть что-то или как усилить способности, в чем усилить себя магически. Всегда нужно прислушиваться к себе,
всегда нужно чувствовать, к чему вас больше всего тянет, потому что зачастую люди, которые проживают себя уже по плюсу и побывали и прошли через многое дерьмо, они уже понимают, к чему их действительно тянет, да? Кто-то понимает, что он истинный художник с самого детства, кто-то понимает, что вот карту я из рук не хочу выпускать, как я понимаю, да, например, что я хочу работать с людьми и быть как бы духовным наставником. Я хочу делать это через спорт, я хочу делать это через Таро, я хочу делать это, в принципе, через Таро, нумерологию и все, что касается духовности, медитации, чакры и так далее. Но я скажу так, что человек приходит к себе, к своему предназначению, да, то есть вот с чего начать, да, только тогда, когда он начинает с себя. Поэтому, ребята, я скажу так, начните с себя, начните с именно прокачивания себя через, например, чакры, через медитации, для того, чтобы услышать себя, услышать свой внутренний голос, услышать свои истинные желания. Ну, а если говорить конкретно о магии, да, то начните просто с каких-либо кратких значений, с кратких каких-то моментов просто для общего знания, да, чего-либо, но не практикуйте чернуху, пожалуйста. Знание символик — это, безусловно, главный шаг, первый шаг к обучению, к пониманию, к грамотности в магии. Я тоже дам совет, что выбирайте именно ту форму, в которой вы себя чувствуете комфортно. Вот я работаю через Вселенную, вы можете работать через дьявола, через что угодно, то есть выбирайте ту, как бы, то направление, которое вам близко. То есть мне, например, близки маятники, есть еще такая тема классная, Меркаба, это вообще отдельная история, она как по ауре человека тоже работает, тоже мини-маятник, но просто другой формы. Я люблю с Меркабой работать, она у меня в 98% все ответы дает правильно. И выбирайте вот это направление, то есть, например, знаки Ом, это мое, то есть, знаете, такое духовное, внутреннее, медитации, чакры. Также вы можете уйти в классику, уйти в нумерологию, я не знаю, в символику, миллион вообще тем и сфер, которые помогут вам улучшиться и приумножиться как личность. Да, если мы вот очень согласны с девочками, если мы говорим конкретно, типа, на чем попрактиковать магию, мне кажется, самое простое — это Таро. Ну, то есть более понятно, во всем интернете куча инструкций и бесплатных уроков, если вы хотите просто начать, вбивайте на YouTube, есть куча уроков или в интернете, даже сейчас к самим картам продают уже готовые значения. То есть, да, но многие, кстати, считают, что Таро, многие верующие даже, что Таро — это грех, да, то есть можно начинать с метафорических карт, метафорические карты для самопознания с картинками, психологические карты, да, какие-то карты просто для каких-то работ с подсознанием. Очень много полно вот таких всяких веток, куда вы можете пойти и чувствовать себя комфортно. И не обязательно быть полноценным магом, вы можете просто иногда практиковать, чтобы просто, это как медитация, да, чтобы просто да. чувствовать кайф от жизни и, возможно, лучше себя чувствовать, потому что бывают у вас какие-то моменты мучают, вы их прорабатываете. Главное это делать грамотно и без чернухи. Ну да, узнать хотя бы свой аркан, что значит ваша дата рождения, то есть какой это у вас... Да. Это причем тоже все очень легко узнается по цифрам, там, по времени, и с этого уже можно хотя бы понять вообще, кто вы. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, любите себя, не уходите вот на эти низкие вибрации, ну, хотя бы каждому разочек, да, нужно на них побывать, окунуться раз, понять, что в них не нужно входить, чтобы проживать свою жизнь правильно, то есть не стать алкоголиком, не стать наркоманом, не стать каким-то неадекватным с психикой отклоненной и нарушенной центральной нервной системой, просто двигайтесь вперед и принимайте себя и свое тело. История так много раз писалась, я думаю, что вы можете просто посмотреть назад и не делать ошибки, которые делали другие люди. Да, 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 как минимум. Спасибо, ребята, вам большое за то, что вы досмотрели этот подкаст до самого конца. Мне было очень приятно, что, девочки, вы пришли ко мне. Спасибо большое за ваш опыт, спасибо большое за то, что вы поделились и своими советами, и вообще то, что побывали спасибо, здесь. Спасибо, это было классно. Да, да, это было офигенно. Обмениваемся, да, энергией. И вам, ребята, тоже спасибо. Ссылочки, напоминаю, да, на девчонок я оставляю в описании, на наши соцсети. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, на мой Телеграм-канал обязательно и на мой канал. Ставьте лайк, если вы хотите еще больше подкастов, и пишите насчет новой темы, может быть, вы подкинете каких-нибудь идеек или еще что-нибудь с девчонками, снимем обязательно. До скорых встреч! Пока-пока! Пока.